Мирбек Асангариев, исполнительный директор Ассоциации социальных предпринимателей. 30 лет, отец двоих детей, председатель Республиканской демократической партии «За жизнь без барьеров». Хотел даже участвовать в Паралимпийских играх, но для того, чтобы достичь такого конкурентного уровня, нужно было очень плотно и тесно заниматься именно спортом. Да? Для себя все равно занимаюсь. Для поддержания формы, физического состояния. Это нужно. Вьетнам – это Таиланд. Это Польша, где я учился тоже. Тут год высших международных курсов по правам человека. Финляндия, Грузия. Так много путешествовали. Никогда не посещала мысль переехать. Вы знаете, вот никогда. Вот на самом деле мне хватает быть где-то за границей максимум 10 дней. После 10 дней мне очень тяжело. Партий может быть много, но такой партии, как у нас, я думаю, еще нету. Да? Мы партия нового поколения. Мы поколение нового формата, которое способно построить жизнь без барьеров. И население, народ – это неоднородная масса на самом деле. И все, кто мыслит по-другому, мы решили объединиться и представить свою альтернативную идею развития. Мы с вами живем в уникальной стране. У нас уникальные люди. У нас огромный нераскрытый потенциал. И я уверен, что вот наше поколение, наша команда способна построить город без барьеров и город лучших возможностей в Центральной Азии.